Hi guys! Привет, ребята! Я Елена Воронкова, и я с вами сегодня. Ребята, я счастливый человек. И вы знаете почему? Правильно, потому что я творю и рисую. Я никогда не думала, что я буду рисовать. Я начала писать, рисовать, как правильно говорится, лет 6, наверное, назад. Но до этого я тоже была креативным, интересным человеком. Я создавала образы на телевидении, работала в модельном агентстве, в кинотавре. Было очень много разных проектов, интересных. И всегда меня окружали художники, архитекторы, художники. И в один прекрасный день художник Евгений Гавли говорит: «Лена, а давай к нам, а давай с нами рисовать». Ну, я так подумала, почему бы нет. Мне дали лопату. А это был, конечно, мастихин. Я начала творить. Я отучилась и начала творить, рисовать, писать. По-любому можно было сказать. Ребята, мне это очень нравится. Время летит, когда ты рисуешь. Время куда-то уходит. Его не существует. Сегодня я хочу вам представить свою работу. Называется «Пробуждение». Мне нравится в моих работах недосказанность. Что-то, чтобы каждый увидел что-то свое. Вот что-то свое увидел. Кто-то увидит рассвет, кто-то увидит закат, а кто-то увидит, может быть, балерину на тонкой ножке с большой юбкой. Мои, даже, как бы сказать, клиент, почитатели говорят всегда: «Лена, у тебя настолько позитивные работы, а это правда, что утром встаешь, смотришь на них и радуешься. За окном идет дождь, хмурая погода, а твои работы нас радуют». Так что я думаю, что эта работа на стене будет, конечно, радовать человека. Причем при разном освещении она будет по-разному работать. Где-то она будет больше объемная, где-то будет какое-то ее состояние меняться. И это прекрасно. Итак, работа «Пробуждение». Ребят, я думаю, что увидимся. Спасибо вам за то, что пригласили меня. И я очень счастливый человек. И счастье свое передаю вам. Надеюсь, мы увидимся. Пока. До встречи.